Итак, друзья, сейчас я буду готовить свиные биточки. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штучек биточного свиного мяса. Сейчас маринуется у меня рулька, и мариновала я вот в таком маринаде классически. Вот остатки остались в пакете от маринада. Я в этом пакете замариную эти биточки. Сначала слегка так отобью их. Будет громко. Вот такие тоненькие получаются биточки. И все то же самое я проделаю с остальными. Все, биточки отбиты. Что я еще хочу добавить в маринад? Соевый соус у меня чуть-чуть есть, тут буквально 1,5 столовой ложки. Потом у меня осталась горчично-медовая заправка к салатам. Я ее сюда тоже всю, короче, остатки где-то 1 столовая ложка. Тоже 1,5 столовые. Можно сделать, кстати, отдельно мед с горчицей, не острый. Но если вы любите острую, то можно дать острую горчицу. И сделать такую заправку. У меня готова горчичная медовая, можно ее использовать. Так, сейчас это все перемешаю, чтобы была однородная такая масса. Так, теперь что я буду делать? Вот этот пакет с остатками маринада открываю. Теперь смотрите, я вот этот маринад беру и каждую обмакиваю, чтобы каждый биточек был пропитан. И теперь укладываю в кулечек. Так, биточки все положила, остался маринад, и я его просто раз и выливаю сюда. Разминаю это все дело. И закрываю. Закрыла и оставляю все это дело мариноваться, ну, до того момента, как мы начнем готовить. Итак, сейчас мы будем делать биточки свиные. У нас их 8 штук. И 4 я сделаю в муке в яйце, а 4 пожарю так на сковородке. Подготавливаю вот эту всю процедуру. Выбила одно яйцо. И 1 столовую ложку вот так вот через ситочко пересеиваю. Перемешиваю. Нам на 4 биточки этого будет достаточно. Хорошенько перемешала. Сковородку уже включила. И на горячее масло будем отправлять. Достаем биточки. Так вот вымазываем. Вода. Вот так. И 4-й. Так вот все
красивенько делаем. Все. А вот эти 4 я отправляю на сковородку. Итак, друзья, у нас жарится 2 вида биточки. Вот. С яичком и без. С каждой стороны надо прожарить